не разминка и не запланированная программа. Воспитанники сочинской футбольной школы просто не могут держать мяч в руках. Правда, на самом параде все-таки пришлось пройти без демонстрации навыков. Не удержались лишь в конце пути и устроили настоящий флешмоб. Именно футболистам многотысячной колонии особое внимание. На пороге чемпионат мира – событие, к которому готовятся всем городом. Эти спортсмены стали символом совместной работы. Результаты масштабного труда сочинцев скоро увидит весь мир. А пока время порадовать себя яркими шарами, хорошими песнями и прочувствовать торжественность момента. Тысяч сочинцев, работники всех сфер города, спортсмены, школьники, студенты, юнармейцы. Яркие наряды, а самое главное – горящие глаза и улыбки на каждом, кто попал в первомайскую колонну. Мир, мой друг! Да здравствует Сочи! Все с семьями, с детьми, с внуками. Весело, радостно, с улыбкой. И я очень люблю этот город, который стал для меня родным уже 10 лет назад. Это наша история, это история нашей страны, нашего народа, поэтому мы здесь. Те немногие, кто оказался за пределами колонны, кажется, пожалели, что не присоединились вовремя. Зато удалось со стороны оценить масштаб первомайского парада. И со стороны посмотреть интересно, и поучаствовать интересно. Очень весело, здорово. Так что мы рады, что мы здесь. 1 мая – историческая дата, пропитанная многолетним опытом бабушек и дедушек, родителей и теперь уже тех, кто с гордостью продолжает нести знамя труда на благо своих семей, города и страны. На трибуне в самом почетном месте заслуженные ветераны труда. Они – главные зрители парада, для которых демонстрация – это не какая-то формальность, а больше событие, трогающее до слез. Потрясающе! Это такой восторг, это такое настроение, вы знаете, до слез, у меня слезы выступают. Вы посмотрите, какая красота! Весь город вышел! Это потрясающе! Всем городом выходить сочинцы привыкли не только на праздники, но и на работу. Меньше месяца осталось до чемпионата мира по футболу, к которому горожане и власти курорта готовятся несколько лет. И в день, когда первые спортсмены и фанаты начнут прибывать в олимпийскую столицу, Сочи будет готов удивлять. Я думаю, мы их удивим и нашим гостеприимством, красотой города, цветами и футбольной инфраструктурой. Педагоги, врачи, инженеры, музыканты в одном ряду не просто так. Каждый причастен к общему делу – процветанию любимого города. Сочинцы давно доказали, что умеют работать, а оттого и отдыхают на славу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.